Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельные новости от АЭШ. Вторник, 28 февраля 2023 года. Новости энергетики. Министры энергетики Европейского Союза встречаются в понедельник, чтобы обсудить предстоящие реформы рынка электроэнергии. Брюссель собирается предложить реконструкцию в следующем месяце, но страны уже расходятся во мнениях относительно того, как исправить энергетическую систему и нужно ли ее ремонтировать вообще. Вот что нам нужно знать. Посткризисные изменения в прошлом году. Европейская комиссия обязалась реформировать правила рынка электроэнергии ЕС после того, как рекордно высокие цены на газ, вызванные сокращением поставок российского газа, привели к резкому скачку цен на электроэнергию для европейских компаний и граждан. Цель состоит в том, чтобы реформировать рынок электроэнергии, чтобы защитить счета потребителей за электроэнергию от краткосрочных колебаний цен на ископаемое топливо и убедиться, что растущая доля дешевой возобновляемой энергии в Европе приводит к снижению цен. В настоящее время цены на электроэнергию в Европе определяются эксплуатационными расходами электростанций, которые обеспечивают последний объем электроэнергетики. Новости логистики и транспорта. Maersk продает два своих логистических актива в России. Maersk заключила соглашение о продаже своих логистических площадок в Санкт-Петербурге и новороссийские компании. В пресс-релизе Maersk сообщила, что продает два участка в результате своего решения прекратить деятельность в России. Два продаваемых участка расположены в Новороссийске и Санкт-Петербурге. Новороссийская площадка представляет собой внутренний склад площадью 28 750 квадратных метров и вместимостью 1500 контейнеров. Она специализируется на обработке коммерческих грузов, таких как зерно, из железнодорожных вагонов, морские контейнеры. Вторая площадка в Санкт-Петербурге – это склад охлажденных и замороженных товаров площадью 23 500 квадратных метров, открытый в 2020 году. После приобретения помещений IG Finance Development заключила соглашение с Arsoa, крупным импортером продуктов питания в России, на эксплуатацию площадки в Санкт-Петербурге. Петербург и Новороссийск. Поскольку никаких дополнительных разрешений не требуется, Maersk заявляет, что продажа завершена и вступает в силу с 17 февраля 2023 года. Новости технологий. НАСА и SpaceX рано утром в понедельник отложили запуск двух американских астронавтов, российского космонавта и члена экипажа из Объединенных Арабских Эмиратов за несколько минут до того, как они должны были стартовать из Флориды для полета на Международную космическую станцию. Американское космическое агентство и SpaceX, частная ракетная компания, основанная миллиардером Илоном Маском, сослалась на технический сбой, связанный с потоком воспламеняющейся жидкости, используемой для запуска двигателей космического корабля. Обратный отсчет, казалось, шел гладко, пока примерно за 2.5 минуты до старта НАСА не объявила в прямом эфире, что запуск четырех членов экипажа для 6-месячной научной миссии будет отложен. Первая резервная возможность запуска миссии назначена на раннее утро вторника, примерно через 24 часа после первоначальной попытки поднять ракету с Земли. Ни НАСА, ни SpaceX сразу не сказали, сколько времени на самом деле может пройти, прежде чем они будут готовы повторить попытку. 11-часовые запуски – обычное дело в очень сложном и рискованном полете человека в космос. Новости финансы. Рост кредитования еврозоны еще больше замедляется на фоне экономического спада. Банковское кредитование компаний еврозоны сократилось в январе третий месяц подряд, поскольку рост интереса, экономический спад и повышенная осторожность со стороны кредиторов, по-видимому, берут свое. Свидетельствуют данные Европейского центрального банка, опубликованные в понедельник. Кредитование предприятий в 20-м национальном валютном блоке увеличилось на 6,1% в январе после роста на 6,3% месяцем ранее, в то время как рост кредитования домашних хозяйств замедлился до 3,6% с 3,8%. Предыдущий опрос ЕЦБ показал, что банки уже ограничили доступ к кредитам в четвертом квартале до максимума с момента долгового кризиса блока 10 лет назад и предсказал еще более ограниченную кредитную политику на 3 месяца до марта. Ежемесячный поток кредитов компаниям составил всего 2 миллиарда евро. Но это все же улучшение по сравнению с отрицательным значением. Глобальные новости. На этой неделе парламент Вьетнама назначит нового президента. На этой неделе Национальная ассамблея Вьетнама проведет внеочередное заседание, на котором официальные лица и дипломаты рассчитывают подтвердить назначение нового президента на фоне перестановок в руководстве, вызванных масштабными репрессиями против взяточничества. Многие официальные лица и дипломаты заявили, что новым президентом, играющим в основном церемониальную роль, станет Во Ванг Туонг, которому сейчас 52 года, и он является самым молодым членом Политбюро партии, высшего директивного органа страны. Его назначение произошло на фоне антикоррупционной кампании, получившей название «Пылающая печь», в ходе которой были расследованы
дела сотен чиновников и уволены многие высокопоставленные политические деятели, в том числе два заместителя премьер-министра. Считается, что То Унг близок к самой влиятельной фигуре Вьетнама, генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу, который является главным архитектором кампании против взяточничества. Президент Вьетнама входит в четверку ведущих политических деятелей страны, наряду с генеральным секретарем партии, премьер-министром и главой национального собрания. Это были еженедельные новости от АЭШ. Вторник, 28 февраля 2023 года. Если вы хотите услышать больше глобальных новостей, то подпишитесь к нам сейчас и следите за нами в социальных сетях.